18 сентября Дмитрий Ливанов принял участие в работе селекторного совещания Департамента образования города Москвы. В ходе обсуждения глава Миноборнауки поднял вопрос взимания платы за посещение групп продленного дня в школах. По словам главы ведомства, в родительском сообществе сейчас отмечается полная растерянность и недостаточное понимание ситуации. Дмитрий Ливанов акцентировал внимание на нескольких принципиальных обстоятельствах. Он отметил, что в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации, школа имеет право предоставлять услуги по уходу и присмотру за плату. Этой возможностью можно пользоваться, но исходя из реальной ситуации возможности родителей с позиции экономической, социальной целесообразности. Должна быть проведена определенная методическая работа со стороны, прежде всего, Департамента образования Москвы. Нужно четко сказать родителям, за что именно школы могут брать плату, а что для родителей было и останется бесплатно. Дмитрий Ливанов также сообщил, что по имеющимся данным, ни одна школа не обращалась в Департамент образования города Москвы за согласованием расценок на пребывание детей в группах продленного дня и, следовательно, не имеет права брать плату за эти услуги. Сергей Косинчук, Сергей Бойко, телеканал «Просвещение».